Они были сигнальщиками. Мальчик бил в барабан, а девочка трубила в горн. Они вместе встречали каждый рассвет и провожали каждый закат. Но люди не слышали песни горна и грома барабана. Не замечали, как ветер треплет пионерские галстуки сигнальщиков. Не видели, как на солнце сияют глаза пионеров. Всем казалось, что девочка с горном и мальчик с барабаном сделаны из гипса. Они были живые и очень любили друг друга. Это Алексей Иванов. Роман «Пищеблок». Место действия – пионерский лагерь под Куйбышевом. Время действия – июль 1980 года. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».